В Даниловском районе в поселке Кузьмино завершилось строительство фельдшерско-акушерского пункта. Ранее там не было медучреждений, и сотням жителей приходилось ездить на прием в районную больницу. Сейчас картина в корне изменилась. Для нового медицинского пункта уже закупили необходимое оборудование и мебель. Вокруг благоустроили территорию, сотрудники готовятся к открытию. Население я все знаю. С населением у нас проблем в принципе нет. Будь то диспансеризация, профосмотры или прививки, они отзывчивы, на контакты идут хорошо. Сказали, едем, значит, едем. Сказали, прививаемся, значит, прививаемся. Все работы завершены на сегодняшний день, и мы проводим работы по получению экспертного заключения, санэпидзаключения и лицензии на виды медицинской деятельности. Сейчас мы экспертное заключение получаем, затем санэпидзаключение, и я думаю, в начале декабря мы уже получим лицензию, и ФАП у нас начнет работать. Возвели фельдшерско-акушерский пункт в поселке Кузьмино за неделю. Его общая стоимость более 3,5 миллионов рублей. А на дополнительные средства из областного бюджета была благоустроена территория нового ФАПа. Эти деньги удалось получить благодаря национальному проекту здравоохранения. Также в этом году в рамках нацпрограммы модульные медпункты откроются в Никоузском, Ярославском и Рыбинском районах. На территории Ярославской области в 2019 году осуществляется монтаж 6 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, 4 из которых в рамках национального проекта здравоохранения.